мы начнем. Итак, добрый вечер! Вот я козел. Ну так вот. Может мне кто-то объяснит, почему за нашу команду играет Зорро? Петюш, это не Зорро, это Черновецкий. Просто он не хочет болиться. Дожди, дожди, дожди. Я расстану тобой позади. Забыл представить, это Екатерина. Детство Екатерины прошло при полном отсутствии кукол. Поэтому, когда Катя на улице видит красивую девушку, она подбегает к ней, начинает ее переодевать, кормить, укладывать спать. Свежесть наша команда не только освежает, попускает. А я смотрю, вы идиот. Это еще почему? Ну вот что, идиот, взять на концерте Лепса, встать и орать. Жги, котяра, жги, Базилио. Да вообще, на вашей реплике у нас все было шикарно. Катя, да вы столько знаете о шикарности. Сколько Иван Грозный любит детям. Команда «Команд свежесть». И первый наш освежающий этюд. Представьте себе, внук возвращается из клуба домой. Обычный, необычный случай в Атлантиде. В Англию.
Вот стоим мы перед вами такие разные. Жертва, Зора, Робин Гуд. И понимаем, что КВН все-таки многопрофильная игра.